А сейчас мне остается одно – объявить голодовку. Вот пока мисс мои внуки не будут со мной общаться, как с бабулей, да? Я же их люблю. Я им вреда не сделала. Валентине Шараповой 78 лет. Живет она одна и рассказывает, что когда вышла на пенсию, взяла к себе старшего внука, который приехал учиться в Казань. Вот это вот мой старший внук, этот старший внук, Дима. Сейчас бабуля со слезами на глазах смотрит на фотографии своих внуков и маленького правнука, которого, как утверждает, не видела почти 2 года. При этом во время съемок пожилая женщина часто вспоминала сына, который по ее просьбе всегда приезжает и помогает ей по дому. Вот только внуки не отвечают на ее телефонные звонки. А телефон, вот у меня же телефон, да. Вот попытайтесь позвонить им, они все здесь, вот телефоны их, да. Я звоню, они не отвечают. Вот, знаете, звоните. Сегодня нам удалось дозвониться до одного из внуков Валентины Петровны. Молодой человек сообщил, что был в гостях у бабушки около месяца назад, но в последнее время общаться с ней стало все сложнее, да и свободного времени не так много. Ну, когда время есть, я захаживаю, когда нет. Я работаю без выходных, только у меня маленький ребенок, новорожденный. Время на него уходит. Объявление голодовки, по мнению Валентины Петровны, шанс обратить на себя внимание внуков. И пусть это даже останется только намерением, сделанное с экрана заявление может повлиять на родных, уверена женщина. Екатерина Нерушкина, Екатерина Салейкина, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».